Всем привет, дорогие друзья! Ну вот, наконец-то прошел наш Новый год, а точнее наши почти новогодние праздники. Ну и, конечно же, вы потратили очень много энергии, витаминов и просто своего здоровья. Поэтому, ребят, для вас я хочу предложить зеленый смузи. В составе все зеленое, ну, естественно, все зеленое, потому что это зеленый смузи. В составе у нас будут свои бакинские огурцы, яблоко Гренни Смит, киви, шпинат и, естественно, мята. Как-то так, ребята. Ну что, погнали? А вообще, я думаю, еще запустить рубрику всякие, знаете, такие типа а-ля милкшейки, смузи, детоксы. Короче, ребят, если вам интересно, ставьте палец вверх, там где-нибудь внизу в комментариях. И я буду снимать специально для вас. Для смузи возьмем яблоко и уберем сердцевину. Также возьмем хорошее количество мини-шпината. Киви. Я не знаю, как мой блендер справится с этим. Вообще нужен не погружной, а сонарный, но у меня погружной. Попробуем так. Но мне кажется, полностью тоже нереально вкусно. Также возьмем с вами бакинские огурцы. Если ничего не буду отрезать, я оставлю, какие они есть. Если будете использовать обычные огурцы, то желательно кожу бы снять. Чуть-чуть мяты. Как-то так, ребята. Но аромат вот здесь пушка. Посмотрите, какой яркий, приятный цвет. Я оставил всю эту историю про блендерить, естественно. И вуаля, ребят. Кто-то в смузи еще добавляет воду, для того, чтобы он был более жидкий. Но я люблю, когда он такой погуще. Ребята, это просто комплекс витамин. Приятного.